Молодежный форум «Синергия Севера» в очередной раз собрал активистов местности Артудайду. Более 300 участников из 25 улусов республики, из Якутска, Магаданской, Хабаровской области собрались, чтобы в течение 5 дней учиться разрабатывать проекты. Подробнее в материале нашего корреспондента. Каждый год республика ждет от участников форума новых идей. В этом году, который объявлен годом молодежи, в схему проведения форума включены новые направления. Например, в направлении IT-сайниджи там у нас будет хакатон. То есть такого формата у нас ранее не было. И по итогам хакатона мы должны получить уже готовые проекты в сфере IT. И, конечно же, в этом году у нас отличие в том, что направление молодежное предпринимательство проходит при поддержке Росмолодежи. В этом году совместно с Министерством инвестиционного развития и предпринимательства мы получили поддержку Федерального агентства по делам молодежи, в рамках которого на площадке «Синергии Севера» пройдет региональный этап всероссийского конкурса молодых предпринимателей. Еще одно новшество – состоятся выборы главы форума. Проводиться будут по всем правилам выборов. Цель – повышение электорального курса развития. Выбранный глава будет участвовать в улучшении программы жилищных условий форума. В работе форума принимают участие приглашенные эксперты. Лучшие идеи, я надеюсь, мы будем тиражировать, мультиплицировать на уровень субъектов Дальнего Востока. У нас есть такой ресурс, потому что команды созданы практически во всех субъектах Дальнего Востока. А если говорить о стране, то я думаю, это дело ближайшего года, полутора лет. Лучшие проекты, лучшие технологии, которые предложат ребята сегодня на форуме и сгенерируют здесь на месте, будут протиражированы во все субъекты России. Мы постараемся помочь им в этом, найти им все необходимые ресурсы, не только финансовые, но и человеческие, и административные. Это очень важно для реализации проекта. Желающих участвовать в форуме с каждым годом все больше. В этом году пришлось увеличивать квоту. Это говорит о том, что молодежь хочет получать знания. Участники форума будут учиться разрабатывать проекты по российским и международным стандартам. Сарглана Ильина, Федор Тарасов, НВК Саха, Хангаласский улус.